теперь должно работать. Всем привет, с вами Комар. И да, я вернулся, я наконец-таки нашел деньги и смог купить себе новый микрофон. Вчерашнее мое видео по фрагам, то есть это по сути была шутка, потому что на самом деле это не я такой про, что, мол, только хедшоты ставлю, если вы об этом подумали. А это, видите, я вот только что убил человека, это сервер с критами. Сервер, каждый выстрел дает крит в любом случае, плюс еще ты прыгаешь как в невесомости. Вот видите, меня убили. Почему вы не слышите звука из игры? Потому что я его заранее убрал. Потому что я не хочу опять тратить там час на монтирование, опять этот звук подставлять под видео. Поэтому, если будет моя речь отставать от видео, мне лично пофигу. А так звук не надо будет монтировать. Это одновременно и мое видеообращение, так как хочу сказать, что на самом деле рассчитывал на более такую существенную поддержку. Потому что в итоге получается, что сбросились только, ну вот, по моей просьбе там, ну не просьбе, а как, я вам предложил мне помочь, сбросить там по рублей по 30, по 50 мне на интернет счета, и получилось так, что сбросились только человек 5, потому что точно я знаю, что один человек сбросился точно сразу, когда я выложил это видео, он сразу написал, мол, кинул там 30 рублей на тебе на Яндекс счет, вот сразу он это сделал, а все остальные работали только, можно сказать, через определенное время, только когда поняли, что действительно у меня не хватает денег. Вот, к примеру, потом мне помог мой друг, то есть мой друг пришел ко мне и сказал, мол, вот такая у тебя беда, и хорошо, я тебе помогу. И он помог, он дал, по-моему, тоже рублей 50 или, ну, в общем, примерно столько. Потом, кто еще мне помог? Я не знаю точно, но буквально неделю назад мне на WebMoney счет пришел счет с 20 рублей с пометкой удачи. Да, по-моему, с пометкой удачи. И я точно не помню, то есть я не могу узнать, кто это сделал, потому что в комментарии под видео человек не отписался, кто он написал, так что другой аноним, если ты сейчас смотришь это видео, то я тебя благодарю, потому что твой вклад я точно так же использовал. Я, правда, не знаю, у меня есть предположение, что это сделал Павел Рубан, или Рубина, если его так проще называть, он больше известен Рубина. В общем, он просто буквально за пару дней до того, как я получил вот этот перевод на WebMoney, он спрашивал меня мои интернет-счета, номера. Поэтому, если это ты, Рубина, то спасибо тебе большое. Если это не Рубина, то, дорогой аноним, отпишись в комментарии и скажи, что, мол, это я такой, с таким-то ником. Мы поблагодарим тебя. Я, по крайней мере, точно. И что я еще могу сказать? Да, вроде как видео будут теперь снова выходить, но выходить они будут достаточно теперь редко. То есть не в смысле там одно видео в неделю там или одно видео в месяц. Нет, скорее всего 2-3 видео в неделю максимум будет выходить, потому что учеба, дамы и господа. Но на самом деле все идет достаточно хорошо. Я хорошо учусь, я хорошо начал год, написал несколько там входных контрольных уже на 5, то есть все нормально. Но в связи с этой повышенной учебной такой программой, повышенной учебной сложностью, видео будут выходить теперь не так часто по сравнению с временем каникул. Так что видео будут, вы не переживайте, но будут они реже. Скорее всего. Плюс я еще должен сказать, что сейчас я болею. Может быть, вы уже успели заметить, что я немного говорю в нос, потому что у меня заложен нос, я простужен. Что я еще должен сказать? Должен сказать, что я пока раздумываю над некоторыми проектами, а если быть точно, над закрытием некоторых проектов, потому что снимать их будет достаточно тяжело мне в будущие времена, то есть, допустим, там карты по Майнкрафту я, скорее всего, буду снимать гораздо реже. Или вообще перестану снимать. Потому что буду разве что снимать некоторые такие очень классные карты, которые мне очень понравятся и которые я буду играть вместе со своими друзьями. Эти карты я буду снимать, но не более того, скорее всего. Поэтому надеяться на многое вам пока что не стоит. Что я еще должен сказать? Пожалуй, я должен сообщить одну новость. Из названия вы, скорее всего, сюда зашли и подумали, что когда же он скажет про партнерство, что это за партнерство. Да, друзья, у меня теперь есть партнерство. Но, должен вас расстроить, это не партнерство на Ютубе.
это кое-что другое. Вы, наверное, если смотрите мой канал, знаете, что я снимаю видео по такой игре, как Supreme Commander 2. В переводе означает «Верховный главнокомандующий 2». То есть, да. Я так понимаю, что эта игра набирает очень большую популярность, потому что у меня очень много подписчиков идут именно с этих видео, с видео про Supreme Commander. Я понимаю, что вам игра эта очень нравится, это действительно стратегия, она очень приближенная к реальности, то есть там реалистичность очень хорошо отработана. И поэтому... у меня появилось партнерство, но партнерство с кем, я так и не сказал. Игру Supreme Commander выпустила такая студия, то есть разработчики ее, я точно не знаю, главные ли разработчики или там они помогали, под названием, ну, компания называется Gas Powered Community. И вот сообщество, русское сообщество Gas Powered Community со мной связалось и предложило стать их партнером. То есть они меня заметили, они со мной связались и предложили, чтобы я выпускал для них видеоролики. Что это из себя будет представлять? Теперь я планирую каждое воскресенье, ну, может быть, в эту неделю я не выпущу, потому что я болею, но со следующей недели, скорее всего, точно каждое воскресенье будет выходить один видеоролик по Supreme Commander. Каждое воскресенье он будет специально для Gas Powered Community. Создан... Сейчас я знаю, что просто так выпускать видеоролики было бы достаточно скучно, поэтому мы даже договорились с ними, и я с их помощью сделал новую заставку для видео специально для Gas Powered Community. Говорить я сейчас ничего не буду, пожалуй, я пущу сейчас эту заставку, и вы ее посмотрите. Итак, вот такая вот будет заставка у каждого воскресного видео по Supreme Commander. Как вы понимаете, заставка достаточно оригинальная, насколько я это думаю. Мы вместе сделали, они мне прислали официальный трейлер к игре Supreme Commander, а я уже с него сделал монтажик вот такой вот. Как вы видели, в конце идут два логотипа Gas Powered Community как раз таки и... новый логотип Комара, Комар Студио, который они сделали для меня. Вот теперь я считаюсь их партнером. К сожалению, вы могли подумать, что теперь у меня есть заработок. Нет, заработка у меня нет, потому что платить они мне за эти видеоролики не будут. Единственное, что они согласились брать часть работы на себя. Что это значит? Снимать видеоролики будут они. То есть, они будут играть, то есть... профессионалы из Gas Powered Community, которые играют на высшем уровне вообще, будут снимать видеоролики и отсылать мне реплеи этих видеороликов. То есть, как вы видели, вот мои первые видеоролики по Supreme Commander, они были сделаны на основе реплеев. То есть, это уже сыгранная игра, которая была какое-то определенное время назад, которую я достаю из архивных сведений и воспроизвожу ее. Там, когда видна база противника и так далее, и так далее. Вот это реплей называется. И вот на основе этих реплеев я буду делать видеоролики. Это на самом деле большая честь для меня, потому что играют все-таки профессионалы, и я буду, по сути, озвучивать и комментировать видеоролики профессионалов. Для меня лично это очень большая честь. Я надеюсь, что наше партнерство продолжится достаточно далеко, то есть долго. Да, скорее всего, через полгодика где-то, если у нас будет успешно продлеваться это партнерство, то есть это получается взаимореклама, если вы сами не догадались. То есть я снимаю ролики для них, рекламирую их сайт и так далее, а в свою очередь они будут рекламировать меня в своей официальной группе Gas Powered Community и также вообще в своем сообществе. Они будут рекламировать меня как хорошего обзорщика и как человека, который снимает для них видеоролики. И если у нас полгодика примерно вот такое вот хорошее партнерство будет взаимное и у нас все будет хорошо получаться, то примерно через полгодика я буду говорить по поводу оплаты. Потому что, друзья мои дорогие, все-таки партнерство партнерством, но реклама это деньги. То есть я трачу свое время, я
то есть делаю эти видеоролики, монтирую их, потому что, опять же, из-за моей войны с Фрапсом, вы знаете, что на каждый видеоролик у меня уходит очень много времени. И из-за моей войны с Фрапсом это будет достаточно, опять же, долго, но пока что я не буду об этом говорить, пока что я буду работать, так сказать, на имя. Вот такая вот фенечка. То есть, как вы понимаете, уже автоматически минимум один ролик в неделю будет по Supreme Commander. Минимум один ролик в неделю. Плюс, еще ко всему, некоторые из моих друзей согласились купить Warhammer 40 тысяч наборы. То есть, вот, я помню, я показывал вам набор Warhammer 40 тысяч. Вам, наверное, понравились эти видеоролики по Warhammer, я читал комментарии. И поэтому они тоже собираются купить несколько наборов. Так что, возможно, я не говорю скоро, потому что это может быть не скоро, может, они вообще не купят, может, они не согласятся играть на камеру. Но, возможно, через определенное время, может, через месяц, может быть, больше, потому что они там должны уехать в Германию, по-моему, там, ну, по обмену у нас такой. И они вроде как уезжают в Германию, и вроде как там собираются купить несколько наборов как раз-таки. Они говорят, что вроде там либо дешевле, либо дороже, я, честно говоря, не знаю. Но они собираются купить несколько наборов. И, возможно, опять же, через определенное время вы увидите эпичные баталии. То есть уже с участием моих космодесантников, потому что я до сих пор докрашиваю одну свою модель, называется она «Штормовой ворон». Это такой воздушный корабль космического десанта. И вот, в принципе, вот это все. То есть... Итак, в принципе, что я еще хотел сказать? Да, не знаю даже, наверное, ничего. В принципе, это все. Спасибо большое, что сегодня посмотрели меня. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Ой-ой-ой-ой. Да, ставьте пальцы вверх. Не забывайте смотреть мои другие видеоролики и по Supreme Commander, и по Stalker, и по вообще всему. Так что все. С вами был Комар. Ух. Всем спасибо, всем удачи.